Самый большой трафик в интернете – трафик порносайтов. Можно зайти на любой порносайт. Заранее известно, что там будет происходить. Никаких новостей абсолютно. Один и тот же сценарий. Угу. Известно, как это начинается, как продолжается и как заканчивается. И смотрят все равно миллионами раз. Там же одно и то же. Что там увидишь? Ты знаешь, что там будет. А все равно интересно.